Здравствуйте, меня зовут Саида Языкова. Я являюсь руководителем компании WPK в Алматы. 15 лет я занимаюсь миграционными вопросами и консультирую иностранных граждан по порядку въезда и пребывания в Казахстане. Наша компания специализируется в оформлении рабочих разрешений, казахстанских и зарубежных виз. Если у вас возникают вопросы, как получить визу, как оформить визу членам семьи, что делать, если вам отказано в визе, или ваша виза истекла, а вы еще не покинули страну, вы всегда можете обратиться к нам за консультацией. На базе алматинского офиса мы проводим семинары и тренинги, которые собирают профессионалы в сфере трудового и миграционного права. Мы постоянно отслеживаем новости, чтобы быть в курсе последних изменений в миграционном законодательстве. Готовим и направляем письменные запросы в государственные органы по заявкам и кейсам наших клиентов. Более подробную информацию о наших услугах вы можете узнать на сайте wpk.kz.